Ну вот, собственно говоря, мы и подошли к завершению нашего бай-бренда. Какого-то такого события, которое у меня связано с огромным количеством эмоций. Вот в течение 6 месяцев мы стояли на ушах, мы постоянно меняли концепт, мы искали площадку, мы передоговаривались, мы теряли компании, мы находили новые, мы постоянно кого-то убеждали, потом убеждали нас. Хотелось все бросить, но мы состоялись, и, честно говоря, я за 18 лет не могу вспомнить вот такого чувства гордости и удовлетворения за то, что мы сделали этот проект, мы собрали большое количество франчайзеров, и та реакция, которую я сегодня, там, в течение даже 3 дней получала от наших участников, вы знаете, это вдохновляет невероятно, потому что именно в это время вот такие проекты, как наш бренд, они действительно помогают все-таки людям подняться с колен практически, да, и начинают двигаться дальше. Я еще раз хочу обратить внимание на то, что у нас в этом году в бай-бренде принимало участие 160 франчайзеров из 28 российских регионов. Так получилось, что в этом сезоне мы были абсолютно российские, ни один иностранный участник нам, к сожалению, приехать не смог, но я думаю, в следующем марте мы увидим. Я хочу пожелать всем абсолютно, кто принимал участие, тем, кто даже не смог принять участие, все-таки выжить в это странное, непонятное время и не терять надежды на то, что, в принципе, ваш бизнес будет развиваться, что вы найдете партнеров, и что и этот период мы тоже с вами переживем. Всем спасибо, кто был с нами.